Всем привет! Ну, в общем, деньги кончились. Пришло время как-то подумать о нашем заработке, заработать денег, потому что с недавних, так скажем, моментов я стал практически банкротом. Деньги нужны, и я решил попробовать их заработать, естественно, попробовать криминал. Это самое банальное, что мне пришло в голову, так скажем, заняться ограблением заправок. Давно мы этим делом не занимались. Давайте посмотрим, насколько эта тема вообще прибыльна, сможем ли мы как-то поднять денег и насколько все это дело стало рискованным. Ну что ж, приятного просмотра. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Короче, стойте, смотрите, когда они побегут сюда, я постараюсь свалить успеть. Нам нужна машина полицейская, у меня отпочки. Так, готовы? Чего? Я готов открывать. Давайте, раз. Смотрите, вы их видите, нет? Да, видим. Давай, раз, два, три. Пошел процесс. Бегут сюда, нет они? Нет, не бегут. Серьезно? Да, они просто смотрят на эту, на резиденцию. Окей. Там один посмотрел типа в нашу сторону, но потом хуй забил и дальше смотрит на резиденцию. Ну все, я богатый, поехали. А сколько ты стал богаче? 80 тысяч. Это было как-то слишком просто. Давайте попробуем еще раз. Нихуя. Нихуя. Блять. Ну что такое? Мы просто идем заправку грабить, не мешайте. Так это интереснее. Подожди, сейчас я развернусь, только куда нужно. Так, все, они поехали, они уехали. Сейчас, смотри за ними. Я, короче, просто на дороге стою, курю. Там из-за тумана не видно. Все, давай, раз, два, три, поехали. Давай, поехали. Все, пошел процесс. Че, порядок? Если что, да, если что, я не знаю, что ты делаешь. Я ничего не вижу. Блин, ну ты должен видеть. У тебя задача что-то увидеть вообще. Не, я имею в виду, что я не вижу, что ты делаешь. Едет какая-то машина. Какая? Смотри. Не, обычно. Блять, это копы под прикрытием. Нет? Они мимо проехали. Да. А нет, разворачивается. Тебе едут. Это полиция, блять. Стёп, блин. На этом говне далеко не ухитишь, блин. Да ну нахер, блин, так неинтересно. Понятно. Ну, рассказывайте, что же такого случилось, что вы, гражданин Джонни Блэкстоун, решились на ограбление заправки? Мне выписали штраф за ограбление заправки, и я пошел оплачивать его, деньги собирать. Там уже бедный продавец уже сидит, знаете, уже у него уже нервов никаких нет, и все время грабит. Не, это другое, этого мы не трогаем, это новый. У него куша больше сказали, да, как раз на штраф насобирали. Ну так что есть какие-то причины? Ну я же сказал, это чтобы штраф оплатить, деньги нужны там. У меня же задолженность 100 тысяч. У вас штраф хранения легального оружия без соответствующей лицензии, не оплаченное. Ну вот, на него и собрали сейчас деньги, сейчас будем оплачивать. Ну вы как-то свою вину там осознаете, нет, чувствуете, что вы все-таки неправильно поступили, вы ограбили человека, там... Да не, нормально, он с такими ценами, да бензин быстро там это окупится, я вина. То есть не осознаете свою вину, да? Ну, не знаю, частично. Ну, у меня денег нет, чтобы доплатить, я же сказал. Вот, а вы сказали, должно хватить. Ну вот на тот штраф, который выписали за должное, у меня хватает, да.
А на это еще надо подкопить. У вас еще срок не кончился, а тут что, опять вам отложили? Я не знаю, наверное. Там еще и заправки чуть подальше. А может лучше срок вам дать, чтобы вы посидели, подумали, что не надо грабить, что из-за этого время свое теряете. Как это? Не, это так не работает. Еда нужна, вода нужна, налоги там платить нужно, все вот эти, там, ну, на коммуналке. Еду, воду нам поставляют. Ну это вам поставляют. Покушать. Не, если вы в КПЗ сядете, вы спокойно там. Не, ну там, да, хорошо, курорт, курорт есть курорт, окей, тогда, куда деваться. Да, да. То есть это не заставит вас одуматься, да? Нет. Почему? А как еще? Придется продолжить, но это же выживание. И штрафы не можете оплатить. Я штрафы могу частями, я же сказал. Вот сейчас на одну часть накопили, потом на другую часть. Мы же не в банке с вами, что вот эту рассрочку постоянно устраивать. Ну вы же назвали там несколько статей, а в сумме это все в один штраф почему-то. Я могу по частям. Так сказать, с ограбления за ограбление, да? Ну да. Я не хочу вас просто через 10 минут снова ловить на какой-нибудь заправке, понимаете? Ну так кто-то другой может поймает, не вы там еще. Ну, сотрудников вот отвлекать, видите? Да не, мы все красиво, мы сделаем красиво, что никто не поймает. Засаду организуете, там прикрытие, да? Да, заминируем все там вообще, да. Понятно, понятно. Ну главное же штраф оплатить, разве нет? Нет, все ради для этого. Для меня главное, чтобы вы этого повторно не совершали таких нарушений, но что-то я не вижу у вас, так сказать, желания прекратить заниматься такими вещами. Так подожди, я хочу оплатить, мне нужно что-то сделать. Я и делаю, как это еще. Надо рассчитаться На горнорудку съездить, подзаработать. Так это кирка нужна, она денег стоит. Как это? Машина нужна, денег стоит. Права нужны, тоже там экзамен. Не, машина вам могут помочь. Кто угодно машину дать, пофармить. Даже не, не могут, помочь. Угон повесят, не могут. Зачем? Я могу вам дать машину. Вы предлагаете взятку гражданскому лицу. Так, пошли на следующую заправку, надо следующий штраф оплатить. Я понял, как это работает. Ты не полиция? По-моему, они. Это, по-моему, скрытая хуйня. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Блядь. Привет. Зачем? Ну, стой. Ну, все остановились. Глупое движение, оно вышел. Вышел. Чувак. Сейчас. Сука, блядь. Вышли. Алло. Че ты орешь, мужик? Так. А чё это? За мной подошли. Уезжай, блядь! Уезжай, нахуй! Мусора сзади. Уезжай, блядь! Чай. Открой, блядь! Посади его в тачку. Эй, я тоже хочу. Куда, блядь? Блядь! Сука! Ты лошара, чувак. Они тебя даже не заметили. Бля, иди на квадрики съебывай. На квадрики съебывай, блядь. Блядь, куча гнёт. Ты не по... Да ты не засунешь меня в квадрик, блядь. А не засунешь, ничего себе. Прошусь. У меня заложник, ну отъехали. Что это было? Ух ты. Ты хорош, блядь. Свой чувак. Диспетчер, слушай. Так, на чем грабить заправку? Блин, квадрик вообще взорвался на ровном месте, почему ты не понял? Так я же тебе говорю, это шланг смерти, какие паны, блядь. Не, это офигенная штука, она вообще полезная. Да, да. Так, я готов. Я готов. Давай, начинай, я на дороге стою. Раз, два, три. Все, идем. Процесс. Так. Ну что там? Блин, даже уйти не зачем. Тишина. Ну они, да, они пока не успеют. Я правда хуй знает, как мы уходить будем, я вообще не представляю. Да пешком пойдем, просто пофиг, блин. Едет
что-то. Да пофиг, мне нужны деньги. Мне нужны деньги, мне нужны деньги. У него проехали, заезжают. Подожди, блядь, бабки нужны. Развернулись. Тихо, тихо, еще 10%. Че к тебе заходит? Гражданин стоять, гражданин стоять. Блять. Блять. Сука! Стоять! Стой! Нет! Да. Да нет! Знаешь, как сложно! Блять! А ну, сажать! Чё я сделал опять? Я просто... Грабили заправку. Нет, посмотрите в коробке, там все осталось. Я все оставил на месте. Вон коробка лежит. Посмотрите в нее. Вы видели коробку? Че там? Ой. Че там? Что там? Два энергетика? Вы вот. Два энергетика? Да, блин, мне нужна энергия. Это тюрьма в зоне. За что? Все, 500 месяцев, все. Я верну энергетики, я их положила на полку. Все, 500 месяцев. Да ладно, давайте на 400 договоримся. Поехали на сгилки, хорошо. Я не понимаю, я уже спрашиваю, брать плату, потому что мы как такси работаем. А мне дали деньги, ну, кассир сказал, что я штраф платил. Сейчас давайте тогда засчитаемся за предыдущие. Ну все, ладно, можно еще просто. Кстати, вы как видите, вы сказали, что вы будете ждать укологи. Но мы же договорились, что вот вы мне штраф выписываете, я отрабатываю сразу. Вот мы отработали, мы сдержали слово, все, деньги есть. И два энергетика еще, кстати. Окей, окей. Не знаю, у меня есть граната. Ой, черт, машину заглохло. А нет, не заглохло, нормально, все, поехали. Все, хорошего вам. Ну вот как-то так, дамы и господа, у нас получилось. Занялись немного криминалом, но, как видите, довольно-таки забавная штука. То есть, грабим заправку, нас ловят, выписывают штраф, отпускают. Мы идем снова грабить заправку для того, чтобы этот штраф оплатить. Такой вот замкнутый круг получается. Ну, блин, конечно, куш на самом деле маленький. Я ожидал, что все-таки больше денег мы поднимем. Но будем думать дальше, как заработать денег, потому что заправки достаточно спорный момент. То есть банк, конечно, посложнее грабить, но все-таки как-то поинтереснее. Что ж, пишите ваши идеи по поводу, как можно поднять денег, естественно, нелегальным путем. Ну, кроме гоп-стопа, кстати. Вот, посмотрим, какие есть вообще варианты. Может, я что-то углядел. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. И увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.